Всем привет! Сегодня у нас опять посылочка из Китая, с сайта AliExpress. Тут у нас флешечка. Продавец оценил ее что-то 10 баксов. Ну что ж, давайте вскроем. Посылочка шла очень быстро, она как раз пришла на новогодние праздники. Я очень долго ее не мог забрать. Так она 31 декабря уже была у нас в городе. Флешечка вот такая вот, Minion Rush. Очень большая скидка на нее была. Заказывал не себе, другу. Так, как тут ее открывать-то? Вот такой вот миньончик. Так, вот, да, вот такая вот флешечка. Проверил ее. Да, действительно, 64 гигабайта. Закачал на нее всякие фильмы. Все это проверил. Тестов, к сожалению, нет. Ничем не могу это подтвердить. Ну, вот, фильмы как бы воспроизводят. Сейчас на DVD-шнике проверил. Все вроде бы с этой флешечки работает. Шла где-то примерно 23 дня, ну плюс ключи вот эти вот выходные у почты. То есть я за 27 дней ее, с 28 получил. Вот такая вот, в принципе, классненькая, такая оригинальненькая флешечка. В принципе, ссылочку оставлю. Посмотрите, но раньше она была намного дешевле. Я 64 гига купил за 540 рублей, сейчас 64 гига за 1000. Связано, наверное, с этим, с всякими инфляциями, с поднятием доллара, вот эта вот всякая чушь, которая происходит сейчас. Вот, наверное, и с этим все связано. В принципе, хороших вам покупок. Всем пока. Подписываемся на канал.